Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и мы играем в Duck Game. У нас сегодня, кажется, дуэль. Видимо, не все игроки еще играют. И вы знаете... Так, тихо. Вы знаете, у вас, наверное, есть вопрос. Некрос, а почему ты используешь одни и те же шапочки? Ну, на самом деле... На самом деле это связано с тем, что я нашел в мастерской Стима больше других шапочек с другими персонажами, но... Ого, вот это поворот. Но дело в том, что почему-то игра мне пишет, что если у вас... Вот это красиво. Если у вас включены эти шапочки, а у других их нет, вы играть не сможете. О, вот это нормально, слушайте. Если у вас эти шапочки включены, у других их нет, они работать не будут. И, соответственно... Что это такое? Дуэль? Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну здесь, конечно, дробовик-то более удачное оружие. Чё такое? Ой-ой-ой, а у него... Вот это я стрельнул! Вот это вообще жестко. Видимо, слишком рано я решил записывать эту игру, но, как минимум, дуэль-то еще не было. Иди сюда. Не повезло, не повезло. Тэмми выигрывает. Поэтому я с удовольствием бы поиграл за Undyne, за другие какие-то шапочки. О! Вот это вообще просто через стекло. Вынес, вынес. Не, ну, в принципе, я говорю, у нас дуэли еще никогда не было. Почему бы не попробовать? Это как бы, ну, рубрика, по сути. Ой, я боюсь, как бы меня... Вот эту карту я не сильно люблю, потому как... Как-то надо... Да-да-да, как-то надо мне это... Ой-ой-ой, а он меня убьет. Мы умрем вместе. Нет, смотри-ка, как так получилось. Он на мину наступил. Тихо. Опа. Да, я не успел подобрать пистолет. Я вообще не понимаю, что у него на голове. Это шлем какой-то или что это? Вот это оружие. Ой-ой-ой-ой-ой. А что меня убило? Граната? Иди сюда. Сюда иди. Ой-ой-ой-ой-ой, что же я сделал-то? Это уже опасно. Что это? А что это? А что это такое? Такого не было? Внезапно. Ой. Я нечаянно. Так, а что с подарком-то тут? А, это... На! На! Вот это... На! На! Ух ты! Тихо! Тихо! Это уже опасно! О, у меня патронов не было. Я бы мог сейчас прямо ему в лоб попасть гранатой. Тихо. Камон! Да я опять взорвался, почему я в конце взрываюсь-то? Объясните мне, пожалуйста. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Куда тебя выкинуть? Куда тебя выкинуть? А куда выкинуть-то его тут? Или нужно было просто другое оружие подобрать? Да. О! Повторяется та история. Что я взял? Спокойно. Моя тактика — ничего не делать и побеждать. Все нормально. Так, ну кажется, я прямо сейчас должен закинуть... О, как! Слушайте, получилось, кажется. Я что, выиграл? Ребята,
Это первое место. И тут Флауи нарисован. Но я думаю, что... Да, надо бы попробовать найти другой сервер и поиграть уже там втроем и вчетвером. Во, а вот и игроки появились. Сейчас будет настоящая битва. Вот сейчас поиграем. Где я? Как следует. Иди сюда. Ой. Я мог очко получить, но я это запорол. Так, где я? Где я? Иди сюда. Иди сюда. Ой. У меня оружие-то разрядилось, я и не знал. Обидно. Сюда иди. Ой, 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 ой. Неплохо. Так, тихо. О, тихо. А куда, что теперь? Нет, только не на мину, пожалуйста. Я выр... Мина. Я же взял этот пистолет. Я мог сейчас всех просто там... Пойди сюда. Ой, мина. Тихо. Молодец. Молодец, красава. Он пригнулся. Ой, это же из Редда. Что вы делаете? Ключ. Мне нужен ключ. А зачем мне? А зачем ключ мне? А-а-а! Где они взяли оружие? В центре. Вот это настоящая игра. Вот это я понимаю. Ну и что? А как он взял так пистолет наоборот? Он сам себе что ли застрелить решил? Что это такое? О, нет, это же порталы. Это с порталы, я с порталами вообще ничего не могу сделать. Это мое самое слабое. Самый слабый уровень. А-а-а! Я не знаю, что делать. Просто на этих уровнях с порталами я просто ничего не могу сделать. Это можно сразу в пропасть прыгать. Этот уровень слишком для меня сложный. Ого. Ага. Вот оно как можно делать. Интересно. Ну и что дальше? Ну? Что вы предпримете? Вверх. Ну, здесь, понимаете, здесь ориентироваться в пространстве надо уметь хорошо. Где я? О, а тут я могу сам себя убить. Нет, ну почему? Почему? А, тихо, нет. Надо было мне все-таки на прыгалку прыгать. Так мы убили друг друга. Но не последние игроки. Не худшие, да? Ух ты. Вот это... Я же говорю, этот пистолет — это одно из самых лучших оружий. Стреляет быстро, не перезаряжается постоянно. Моя тактика — ничего не делать. А что это, кстати, за эти? Это щит? Иди сюда. Но здесь шанс-то был равный, потому что оружие очень мощное. Очень мощное оружие. Ну, давайте посмотрим. Неплохо. Так себе. Еще хуже. А у меня... Ну-ка. А вот у Тэмми все очень плохо. Ну, тем интереснее. Поехали. Нет! Шипы! Я забыл. Нельзя торопиться мне. Как я убил? Как?
Как я... Что это? А чё? Чё это? Ой. Ой, тихо. Ну, я хотя бы постарался, попытался. Что такое? О, я же почти взял. Вы что? Что вы творите? Вот это да, вот это быстро вообще. Что делать? Я прыгнул на шипы, я ударился головой об шипы. Но я так понимаю, это уже музыка пошла из... Хорош. Из Duck Game. То есть оригинальная эта музыка уже. Ну, сейчас чувствуется, да, сложно. О, тихо. Иди, иди, куда? Ой. Иди отсюда. Жестко, жестко. Сложно, жестко, интересно. Нет. Ну, прыгать они умеют, да. Сразу видно, вот эти вот игроки, они, да, 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 да. Хорош. Вот это он просто влепил. О. Это уже... Как бросать-то? Нет. Нет. Я выиграл. Против Гастер Бластер выиграл. Да ладно. А что тут делать надо? А как тут вообще? А что тут делать-то надо? Что тут надо делать? Что делать надо? А ну. Так, один загорелся. А что, что, что? А, все нормально. Так, дай-ка. Все, загорелся. Моя тактика ничего не делала, не работает. О, это плохо. Я с этим оружием не очень хорошо разбираюсь. На! Что это? Что это такое? А что это? О, тихо! Что делать-то? А, у меня не хватает... Ой. Что-то я такую ерунду стал делать, я, по-моему, перегрузился. Я не понял, как тем оружием пользоваться. А ну-ка. И сюда. Камон! Неплохо. Неплохо, вообще неплохо. Так, интермишн пошел. Что, все что ли? Well played? А я как? Ну, я не последний точно здесь. О, даже так, неплохо. У меня второе место. Ну, это будет сложно. Опа. Опа, у кого-то шлем сломался. Ха-ха. Теперь понятно, как это работает. Как эта броня работает. Я понял. Ого. Ух ты, тихо. Есть, удалось.
Так, поехали. Я хоть перезарядил это? Ой. А зачем я это сделал? Что тут еще есть? Нет, оно не работает. Победил лучший. Эпик, да. Ой, оно может загореться. Ой. Все? Нет, еще один. И что теперь делать? А что у него? А, у него это. Тихо. Бочка. Бочечка, тихо. Нет. О, это я все время забываю, это же оружие-то неплохое. Вы видите? О, я случайно споткнулся, упал. Я хотел наверх за гранатой, чтобы там потом бросить, потом эти черепа санцев взять. Так. Воу. И что ты разошелся, ты смотри-ка. Неплохо. И что это? Ой, оно... Мне кончились патроны. Лучший пистолет в игре, просто лучший. Давай, эпик, но. Давай. Хорош, прямо через бочку, прямо вот, прямо. Ну я даже не знаю. Вот тут как-то сложновато. Как-то... Вот это, наверное, я возьму. Я, правда, не помню, как оно стреляет. А, он подпрыгнет просто, и все, я понял. Может, лучше... Тихо. У него лучше дробовик. Это сложно было, это было реально сложно. Ой, нет, уйди. Как погасить? Что? О. Что произошло, я не знаю. Я не знаю, что это было. Так, чё? Что тут? А? Как это выбить? О, ну да, не лучший вариант. Я поспешил, я хотел как-то так динамично, чтобы было. Не, парень выбил очень мощный пистолет. И просто красиво приземлился. Интермишн. Может быть, сейчас игра и завершится. Да, уже видите? ГГ ВП. Не будем скипать. 6. У меня, наверное, вообще очков нет. Ну-ка. Нет, я на втором. Окей, вообще неплохо. Так.
А, еще? Ну, я так полагаю, что игра будет до бесконечности идти, да? Но мы сыграем еще, пожалуй. Ну а что, неплохо. Вообще неплохо. Так, сюда иди. Оу. О, нет! Только не на... Не-не-не, нет! Нет! А? Что? Чё? Чё было-то? Ой, 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 что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Что делать? А, все? Классно, у меня кончились патроны. И что делать? Воу-воу! Воу-воу-воу! Да, вот это тут утка с мешком на голове явно неплохо стреляет. Ну? Справедливо, да. Согласен. Ух ты, это что такое? И что это такое? Что это? Что это было? И что это? Это вообще что? Что с этим делать надо? А... Непонятно. Прыпыщ. Ау. О! Э! Что это было? Как в этот уровень играть? Объясните мне. Ой-ой-ой. Тихо. Как? Как он так рассчитал? Я прям на мину упал, я мог сейчас выиграть. Это жестко. А, он еще, они еще нет. О, все, ошибся. До свидания, Даша. Даже написать не успел. Ну, успел, но... Ну так. Не надо. О, ого. А, там же прыгалка была. Как я и не заметил-то ее. Ну, дробовик против копья Undyne? Окей. Он кинет по-любому. Он же кинет копье, да? Да, естественно. Ну, а теперь-то что? А теперь все. Ну, ведь он может. Конечно. В ближнем бою это идеальное оружие. Где я? Нет! Я сам себя убил. Там огромный радиус. Я хотел как лучше сделать, а получилось как всегда. О, вот это он придумал, конечно. А, ну здесь вода есть. Здесь можно потушить утку. Вот это вот папайрусовская пушка, я не понимаю, для чего она. Она вроде как просто расталкивает противников. Но она их не дамажит. Нет. Иди отсюда! Ай-яй-яй, ну вот с прыжками, конечно, что-то я вообще... Я мог бы сейчас этого оранжевую утку выкинуть просто и все, но меня бы убил Санс, скорее всего. Да. Воу, вот это у него там реактивно. Ну и что он делает? Санс с головой Санса. Шанш. Опять снайперские войны пошли. Бум! А на шипы... А, у него этот... Полет. Ну да. А добежал бы я до той утки, неизвестно, кстати. Так. Что это такое? А, я зря выкинул эту штуку. Сейчас меня убьют.
Это очень хорошее оружие, на самом деле. Это очень хорошее оружие. О, оно у меня... Знаете что? Да. Я полетел. Кажется, уже сложнее стало. Так, что тут? Чё тут? Это что? Зачем я ему отдал это оружие? Повезло. Смотрите-ка. Уи! Интермишн. Опа. Ну все, уже понятно, кто выиграл. Но я, по-моему, свое второе место потеряю. Да, я потерял свое второе место. В этой игре мне сил просто не хватило уже. Но я хотя бы на третьем буду. Да, это третье место. Я мог бы быть на втором. Все, поехали. Поехали, утки. Не, ну неплохо так-то. Поиграли вообще отлично. Поэтому nice game, nice game, правильно пишут. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока!